Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я студентка программы «История» Высшей школы экономики в Перми. В конце 10 класса я поняла, что хочу связать свою жизнь с историей. Выбирала между направлениями – политология, международные отношения, государственное и муниципальное управление, но не могла определиться. Когда я выбирала вуз, то обратила внимание на направление «История» в Вышке и поняла – это то, что я искала. Ведь историческое образование охватывает сферы политики, педагогики, юриспруденции, журналистики, археологии, музейную и архивную деятельность. И это все в себе сочетает программа «История» в Пермской вышке. Также с детства я увлекалась изучением иностранных языков, и мое направление дает мне возможность изучать английский, немецкий, французский, а также древние языки, латинский и церковнославянский. Учиться на историка – это не только уметь работать с архивами и музейными экспонатами, но и с компьютерными технологиями. В вышке нас учат программировать, создавать веб-сайты, мы учимся применять цифровые технологии в гуманитарных науках. Данное направление называется Digital Humanities. Вышка открыла для меня, как для гуманитария, мир цифровых технологий. Честно, никогда не думала, что мне понравится этим заниматься. Но самое главное, что я обрела за этот год, это много новых друзей. Мои замечательные однокурсники, соседи по общежитию и, конечно, мои дорогие преподаватели, которые являются настоящими профессионалами своего дела. И учиться у них одно удовольствие. Еще хочу рассказать про физкультуру. Выбор секций просто огромен. Я и плавала, и играла в шашки, ходила на теннис, даже медитировала в спортзале, а также танцевала бачату. Ведь вышка дает своим студентам много возможностей для личностного роста и не загоняет в рамки. За год обучения я съездила в экспедицию по Пермскому краю совместно с московским кампусом. Мы брали интервью у учителей для изучения инноваций в образовании. Я попробовала себя в амплуа журналиста и считаю, что это действительно бесценный опыт. А уже совсем скоро я лечу на Старую Русу на археологические раскопки, чтобы на собственном опыте ощутить, что значит быть археологом. Вышка дает множество возможностей для поиска себя и самосовершенствования. Я считаю, это одним из самых сильных качеств моего университета. Выбирайте историю в Высшей школе экономики в Перми.